Может, еще знаете, как показать? Владимир, ваша картина называется «Континентальная Троица». Что вы хотели показать и рассказать этой картиной? Ну вот я могу вам показать то, что каждая деталь имеет, так сказать, два названия, имеет два предназначения. Вот хотя бы взять вот эту деталь, которую я сейчас показываю пальцем. Это могут быть и волосы, одновременно очки. Или вот эту. Это может быть затылок одновременно, роговица и ухо. Но это, так сказать, мое, так сказать, что, так сказать, самая моя изюминка, что вот хотел я, так сказать, показать вот в этой картине. Это мой стиль, так сказать, и я и в дальнейшем собираюсь в этом стиле работать. А почему называется именно Троица? Троица, потому что три фигуры вместе спрессованные, как сказать, и под, как сказать, я уже, как сказал, уже имеет каждая деталь разное название, одна и та же, то есть вместе спрессованные. А как пришла к вам в голову эта мысль? Ну, мне это, как сказать, помог Шамякин и Пикассо. Ну и, так сказать, много работал и думал над этим. В каком направлении вы собираетесь работать дальше? Именно в этом. Хотя я и другое могу направление, и авангард, и абстракционизм, и кубизм, и постмодернизм, и в стиле Пикассо тоже рисую. Но вот что чисто мое, вот это, вот мое лицо. А как вы думаете, все люди поймут вашу работу? Ну, я думаю, может быть, и не все, но, в принципе, искусствоведы, я думаю, оценят.